Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi 14T. И сейчас я покажу вам, как отобразить уровень заряда батареи в процентах. Так, открываем настройки и проходим в раздел уведомлений и строка состояния. И здесь мы находим индикатор батареи. И далее можем выбрать либо графический, либо проценты внутри значка, либо проценты рядом со значком. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.